Всех приветствую на своем канале. Здравствуйте, на связи сервер Гартарейн, и мы продолжаем играть в Аркейдж. Сегодня 12 число, и ночью у нас стартануло новое событие. Называется оно «Неделя испытаний, ни дня без подвига». То есть, выполняя 7 заданий, мы можем получить уникальные призы, такие как руна закройщика, зелье охотника, катализатор, ну и эссенции света, естественно, которые являются у нас топовыми призами за выполнение несложных 7 заданий. То есть заданий, рассчитанных на 7 дней. Тем не менее, все моменты не учитаны. То есть люди, которые вышли из гильдии, у которых еще идет откат, у которых нет семьи, опять же, не продумали все для одиночек, таких вот как я, да, то есть, ну, какие-то задания невозможно просто будет выполнить априори. Но, опять же, выполняя, допустим, за свой второй аккаунт, за твинка, задание я выполнил. Мне его считали буквально через 20 минут на официальном сайте игры. Однако на основе, выполняя задание «Дневной дозор», я получил приятный сюрприз. То есть я получил невыполнение квеста, мне его не засчитали. Хотя по календарю оно было засчитано, то есть мне были переведены 1000 опыт, там 2 голды или 1 голда. В общем, что я хочу сказать, что не до конца было продумано все вот это событие, и очень много недовольных лиц. Понятно, что недовольных будет очень много, но тем не менее, надо было все-таки как-то скрасить эти углы, то есть нужно дать либо дополнительные дни на выполнение этих 7 заданий, либо смотреть вот эти моменты, то есть если они по календарю исполняются, то, конечно же, они должны быть и засчитаны в официальном сайте игры. Я думаю, что так. Ну а на этом все. Спасибо большое за внимание, всем удачи и всем пока.